По многочисленным просьбам, друзья, все задают много очень так одинаковых вопросов. Что сделано на тракторе, какая стоит турбина, что за коробка. Сейчас я вам вкратце расскажу. Быть кратким, турбина стоит чешская, 15-я. Двигатель на тракторе чуть-чуть своеобразно подшаманен. Топливная аппаратура накрученная, не полностью, но накрученная. Шестерни ряд в коробке. Переделан под спортивную, то есть не аналоги, не 952 РТЗ, не 892, а именно самоточки шестерни. Трактор разгоняется, если накрутить до 4200 двигатель, то трактор, наверное, за 150 скорость разовьет. Ну да. Что еще дальше вам сказать, друзья? Да еще и самое большее все зависит, какой сидит водитель за рулем трактора. А так трактор, друзья, спортивный. А двигатель с чего здесь стоит? Здесь трактор, на этом тракторе стоит двигатель с бычка. Это, ну и в принципе, он из завода идет 2240 здесь, но это 2245. Получается, вот этот баклуша выведена от турбины, это воздухан, да, получается? Да, он воздухан, и он заходит, получается, в салон. Салон, да? В салон для того, чтобы частенько попадаем в лужи, чтобы не было гидроудара, и поэтому проще это все завести в салон. Шумно, конечно, на уши бьет, ну а что делать? По салону, друзья, еще каркас безопасности в тракторе не установлен. Да. По возможности, может быть, в эту зиму, а может быть, на весну, ну, каркас уже будет установлен. Также и установим ковш. Уже такого расслабона здесь не будет, особо никого не покатаешь. Пока стоит удобное сиденье. Вот так вот у него расположение идет. Вот сюда воздух выходит, воздух, чтобы понимали. Воздух отсюда засасывает, чтобы гидроудара не было, чтобы вода когда попадает, когда по воде ездит. Но так чуть-чуть грязненький, он еще не доделанный. Ну, конечно, тем более еще и сегодня давали ему погрязи, сегодня будет новый видос. Да, всем спасибо. Будем ждать еще зимы. Так выехали, по грязи погоняли. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, пишите в комментариях, пишите в личку. Всегда всем отвечаем, что лайв-канал, что основной канал. Так что, друзья, мы всегда с вами.